и снова вас приветствую. А также вас приветствует черный кофе у меня в наушниках. Как всегда. Мне надоело быть жертвой. Во власти, поэтому я хочу быть немножечко охотником. Тут, конечно, вопрос, кто кого еще заохотит. В итоге, но... Так, не знаю, давайте проволоку она. Мне кажется, более жестокой. А что ты не меняешь? А, зажать надо. Так. Ох, блин. Так, Гордон Фриман стайл. Так. Не знаю, по мне вот это более жестокое убийство. Не мог бы до третьего уровня дойти, но мне кажется, таки веселее второй вот этот вот. В общем-то, как и с серпом. Так, итак, как нам попасть наверх иным путем? Или этот путь более правильный будет? Не знаю. Давайте узнаем. Так, музычку чуть потише надо все-таки сделать. Ага. Чувак со снайперкой. Что-то у меня мало желания идти. К нему в движущуюся мишень. Поищем сейчас способ обойти. Должен же быть способ. Так. Тени тут нету. Что уже немножко напрягает. Ага, кто? Где? Блин, откуда ты взялся, мужик? Беги за нами. We have a present. What is this? A freaking health club. Ой, зря ты сразу эту тень решил проверять. Это твоя ошибка. Нарезаем морковку. Как-то так. Тут реально можно хоть кулинарное шоу делать. А еще у нас есть 3 патрона на дробовичок. Устолочку. Это радует. А, он снизу, видимо, пришел. Там еще один кирпич. Так, вот еще один. А, это бутылка. Так, отлично, тут тень. Блин, тут мужик. Хе-хе. Бля, муха. Ну окей. Умрет тут же, где этот. Мужик, я тут. Туда сходи, посмотри. Ну, он туда. Чувак, ты в порядке? Блять. Чувак, ты не видел, что я теперь тебе в лицо смотрю? Ну, возьми поносить, я не против. Сейчас это модный аксессуар. Как сумочка. Во рту немного можно мелочи хранить. Хотя можно и денежки. Прищепочка к языку прищелкиваешь и все. Ништяк. Просто тренд моды будет какой-то у маньяков.
Ну, блин, он туда палит. Или не совсем туда. Отлично. Кирпич это всегда хорошо. Я надеюсь, тут больше никого нету. Кирпич. Нет. Обезболивалка. Ну и кто ты после этого, мужик? Повернись. Блин, я ж не хочу ему под удар вставать. И больше же никак не попадешь, да? Можно пойти его из дробовичка поднять. Хе-хе-хе. Сам мужик напросился. Ух, я волнуюсь у него так пулять. Потому что есть шанс. Романтик хотел. О, да. То, что доктор приказал. Итак, что у нас тут мы имеем? Снайперка это всегда прекрасно. С транквилизатором. Что-то как-то не круто. А, мы не поменяли еще. А ну-ка. Еще 6 патронов всего. Ну, тогда можно приближать, отлично. Крыски сейчас в хвостик отстрелим. Стой, крыска, стой! Механическая крыска. Ох, ни хрена себе. Помните, что шутку, что капля никотина убивает лошадь, а хомячка разрывает? Вот, видимо, тут был никотин. Здесь отсюда хоть драпать сейчас не придется. Ой. По-моему, придется. Вот здесь можно еще заныкаться. Нельзя как-нибудь перелезть, но нет, лидер не позволяет. Че, мы как дети, что ли? По столам лазить. Окей. Окей, спасибо. Но я прогуляю сюда, посмотрю, может еще патрончики будет или еще что-то. Тем более зайти туда, там, наверное, мне кто-то будет пасти. О, мы опять можем толчковым монстром быть. Мы недавно были в киношке, короче, на гадком я. И вот мне такая хреновина немного испугала. Которая руки сушит. Пока там очередь была в туалете, я чуть-чуть облокотился. Ох ты ж, бляха-муха. И она включилась. Куда же он мог деться? Ну, хотя теоретически я могу сбирать чертца, но он дырку. Еще одну дверьку. Туда он пойдет или отсюда? Да. Чё, чувак, запах, да? Поэтому слишком близко не подходишь. Вон вторую тень еще посмотри. Не? Тут еще какая замечательная тень, посмотри.
Обернись! А черный кофе поет. Да, вам, наверное, не особо интересно. Но я все равно скажу. Он сейчас поет «Ты в моей стране». Ему не понравилась моя страна. Тут ближе подошел бы «Ты в моем мире». Да мой мир. Мир боли. Так, конец уровня. Ну, отлично. Следующий придурок. Как говорится. Ноша кэша. А вот это я помню. Сейчас придется спасать семейку. Ну блин, а вот это уже серьезно. Хотя бы одному интересно, получится спасти. Бесполезная тень. Полезная тень. Так ты их всех спасал. Ну это было со звуком. Хотя и без звука особо я потом тоже их спасал. Но я-то помнил хотя бы расположение товарищей. Ну, мы все равно моральные уроды и убивцы. Так что нам все равно должно быть. Ну, блин, это же как испытание дополнительное. А-ха-ха. Только я не сильно желаю подписаться под него. Со второй, с третьей попытки, я думаю, это пройти спокойно можно. Блин. Значит, где-то там проход все-таки. Хочется поднять камеру, посветить, чтобы увидеть, куда идти. Это уже синдром. Мне показалось, что кто-то есть. Может, это всего лишь тень. Или отблеск света. Так я точно пустили. Ду! Ух ты же, ёжик. Как он меня не спалил. Уже пойди туда. Ох, успел. Из придорожно-влажной тени. Ой, блин. Прямо правда. Ну, не самые непридорожные тени. Но завернув лицо в газету, мы не заметили эту примету дня. Нет, мы не завернули пока лицо в газету. Это где-то надо было туда взять. Можно было потом завернуть все в газету. Оп. Как призрак. Как долбанный призрак. Ты что тут делаешь? Так, кипишнули. Остался вот, значит, ответить на вопрос, кого-нибудь мы кипишнули, действительно ли? Ну, похоже, ответ нет. I got the best.
Ну, видимо, мы до семьи еще не дошли, поэтому тут еще можно. О, чувак, у тебя пистолетик. Ништяк вообще. Ой-ой-ой. А там могут увидеть. Тут уже как повезет. А, нет. Блин, странно. Угу. Значит, нам надо какое-нибудь красное оружие. Ну что, чувак, тебе повезло. Но мне не нужен. Get out of here. Run! Я не помню, по-моему, все равно их убьют в итоге. Так что сильной разницы нет, действительно. Ох ты, блин. Блин, как их там много. Там кирпич очень полезный. Но до него еще надо умудриться дойти. Я не помню, меня запалил или не запалил. А, он заподозрил. Я боюсь, что этими кустами я буду шуршать. И чё, никто не прибежит даже разобраться? Не, чувак, дырка в голове у него так. Туннель. А? Ну, через кусты, надеюсь, не догадается их пойти. О, чувачом слову с недаром, семерых одним ударом. Что происходит? Ну, с транквилизатором возьмем, хотя толку мало на самом деле. Так, и нам полжизни сняли, надо пойти бы. О, затариться. Так, и можно теперь брать мечети, потому что на самом деле троны просто так, насколько я помню, не валяются. А если кирпич не подобрал, что ли? Ну, я вообще молодец. Так. Даже не знаю, ребята, что вам еще рассказать интересного. Особо-то ничего.
Как я уже говорил, комментировать это довольно сложно, потому что не слышу, что происходит. Блин, а. Здесь какая-нибудь разница, как пойти? Ну, ты вижу туда. Нарисована пимпочка, куда идти? О. Ну, он и... Кто это, я не знаю. Она ему... Сестра. Мама. Ну, побежал куда-то или нет? Непонятно. Ни хрена не понимаю, товарищи, нет. О. Жертва обрезания. Обрезание, праздник детства. И никуда от него не деться. Не, чуть-чуть надо было терпеть, буквально полсекунды, наверное. Иди сюда, кто сейчас упадет еще и пойдет замочить нашу девушку. Вот им чудака. Все, расслабься. Ты мертв. Увидимся в аду, чувак. Нет, вот это я бы хотел взять. Еще один новый тренд в одежде, видите? Не только сумочка из головы. Фух, дальше. Еще один или два, не помню. То есть они целый круг зачем так вот сделали? Хотя, не знаю, может через них бы дольше пошли. Походу через низ. Ну, как скажете. Так, вот здесь еще можно будет заныкаться, хотя тут песок или гравий, не знаю, насколько он много издает шума. Сколько он сыпучий. Но я вижу кассетку. Не знаю, короче, сохраняешь их, кто его знает. Так, прошло 24 минуты, но я думаю, давайте уже закончим на этом. Потому что надо привыкать чуть поменьше серии все равно делать. А, плюс хрен узнать, когда будет следующее сохранение. Но я сразу сейчас следом буду следующую серию писать. Так что увидимся в следующий раз.
Подписываемся, комментируем. Пишем ВКонтакте в группе об испытаниях новых. Все, до встречи.